Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 20 по 27 апреля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. На самом деле ничего сложного делать не нужно. Достаточно просто завершить любую гонку. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику обгон, она же бок о бок, 15 раз. И чтобы ее сделать правильно, вам нужно просто обогнать любого соперника. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам понадобится любой европейский спорткар. Но для прохождения испытания вам необходимо победить в чемпионате. Для выполнения следующего испытания вам необходимо продемонстрировать технику сорвиголова 10 раз. Но для выполнения этой техники вам нужно чередовать обычные техники на высокой скорости. Те, кто смотрел мой гайд по техникам, знают, что лучше всего для этого подойдет автомагистраль. Ну а приз за последнее испытание – это Subaru BRZ с бонусом на опыт. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 27 апреля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.